В детскую музыкальную школу приходят не только дети соприкоснуться с миром искусства, но и люди старшего поколения. Нина Максимовна Соколова с удовольствием рассказала о творческом коллективе «Хоре Олимп», руководителем которого она является вот уже 30 лет. Расшифровывается название «Олимп» как объединение любителей искусства, музыки, поэзии. И это не пустые слова. Пересчитать репертуар песен невозможно. Хор поет буквально все – народные, лирические песни, патриотические. И что бы они ни исполняли, пение получается от души, от сердца. С удовольствием нас слушают и ждут, даже просят. Коллектив постоянно собирается на репетиции, так как часто выступает, ездит на различные фестивали. Вот и 1 сентября в Новочеркасске на главной площади в поддержку войскового Вознесенского кафедрального собора собрался один большой казачий хор со всей области. И хор «Олимп» был в числе участников. Вот каждый из нас был частица Родины, вот каждый. Сводный хор огромный, стояли эти дирижеры. Мы вышли уставшие, но все такие были счастливые. Вот. Атмосфера в коллективе сложилась теплая и дружеская. Это наша жизнь, это наша отрада, понимаете? Это вот сердце наше вот здесь, у всех. Мы одна семья, у нас нет разногласий. Мы вот одна семья, приходим сюда, мы душой отдыхаем. Душой. Многие женщины, я говорю, одинокие, летят сюда, потому что находят здесь какое-то свое утешение, находят здесь любовь к музыке, к песне. Все ходят с большим удовольствием. С огромной любовью Нина Максимовна отзывается о своем хоре. Ну, все замечательные. Я, вот, кажется, вы знаете, у меня самые красивые девчата – это мои. Вот, нет у меня некрасивых. Коллектив хора «Олимп» благодарен своему руководителю за труд, терпение, профессионализм и простые человеческие качества. Мы ее очень любим, уважаем, ценим и прислушиваемся к ее мнению. Она действительно нас научила правильно петь. Вот, и мы с удовольствием сюда приходим. Она у нас очень доброжелательная, очень общительная, душевная. Желаем хору «Олимп» творческих успехов, крепкого здоровья и чтобы как можно дольше продолжали радовать нас своим творчеством.